Трекер подключен. Подтверждаю, золото на вшивой вмятие сакрали. Пристегните ремни, будет жарко. Вмять. Сейчас. Сейчас. Нашел? В системе Альфа-Геркулеса, в краеугольном камне. Есть координаты введены. На этот раз им не уйти. Вырубай, вырубай! Черта! Корпус снова! Миросознание, видимо... Что ж, сделали, что могли. Ники там, среди них. Должен быть способ. Да, можно побить их с помощью более могучего флота. К сожалению, у нас такого нет. Ребят, мы же короли безвыходных ситуаций. Неужели никаких мыслей? Ракета, а ты? Опустошители, предложи временное перемирие. Йонду гниет на Килне по моей вине. Вытащим его. Побег с Килна? Я скорее против флота церкви выйду. Я вытащу его. Да, ставлю на Гамору. И я ставлю. Я тоже, но что это меняет? Опустошители разбрелись во время войны. Кто-то выжил, залег на дно или мотает срок на какой-нибудь глухой планетке. И потом, что за пират без корабля? Грут, примем любую мысль. Я есть Грут. Не, эту не примем. Мы не свяжемся с Читаври. Да, такой Джокер в рукаве нам и нужен, но только не этот. Эти гады выстрелят нам в спину. Если сперва не выстрелят в лицо. Гамора, идеи? Может, на Земле есть герои, готовые помочь? Ребятки в пижамах? В мощных пижамах? Поверьте. Земляне пока еще не настолько продвинуты, а нам нужен флот. Дракс. Ты благородных кровей. Я думаю, пора принцу Спарты вернуться и сплотить свой народ. Ты на Спарте-то давно был? Я не был. Но спартанские технологии превосход... В войну Спарту из-за технологии разорили. Там даже посадку не совершить. Постойте. Что, если ответ все это время у нас под носом слюни пускал? Питер Квилл, этот зверь не управится с кораблем. Я не это имел в виду. Только подумай. От камня нам особой пользы нет. Но и церкви она без надобности. Это они нам мозги полощут. Спорим, животные им не интересны. Им нужен был космо. Разум космо совершеннее нашего. Интеллект сделал его уязвимым. Так же, как и ракету. Спасибо. Но я не животное. Да я к тому, что мы знаем кое-кого с армией зверья. Уверен, Рейкеру она до лампочки. Как удостовериться, что она не с ними? Я есть Грут. Стражи Галактики! Она не с ними. А ты не забыл, что она так рвется скормить нас своим деткам? Ребята, это оно. Наш последний шанс на успех. Придется как-то извиниться и исправить положение. Вот, как насчет подарка. Умаслим ее. И Грот больше в клетку не пойдет. Нет, ты бери выше. Намного выше. Бери зверя, за которого она родину продаст. Драк знает, о чем речь. О, да! О, нет, нет! Начинается! Ну что, полетели? На Маклу 4.
биться с легендарным Фин-Фан-Фумом. Говорят, с колец Маклу-4 постоянно льется огонь на головы грешных выродков, живущих внизу. Отпад! Уверен, на деле все гораздо хуже. Точно. Многие мои земляки отважились на этот опасный путь до меня. Так и не вернулись. Хватайтесь за что-нибудь! Пижон! А то! Зачем? Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Фин-Фан-Фума! Мы не разобьемся! Еще как разобьемся! Эти вершины опасны! О! Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Берегись той штуки, Питер! Которой? Думаю, она про все штуки! Беречься той штуки, да, я понял. А хвост, а хвост. Славно. Тебе что, это нравится? Сейчас врежемся. Держитесь за что. Что ж, о, слегка отряхнуло, но главное, все целы. И мы смеемся, это круто. Это же, это блестяще, класс, так мы паркуемся. Вернее, это Квилл так паркуется. Сегодня нам не судьба умереть. Ну разве что Фин-Фан-Фун съест нас целиком. Все, вы его найдите сперва. Двинули. О, безумие. Так мы паркуемся. Эй, по-моему, это не должно искрить. Разберемся с этим, когда поймаем дракона. И убедим леди Хеллбендер помочь нам справиться с церковью. Прежде чем отправляться в путь, поднимем наш боевой дух кататианским гимном. Что? Сейчас? Знаешь что? Вмять это все. Давай споем. Слушайте внимательно. Древний кататианский могучий язык, слова которого несут великий смысл. Я начну, а вы подпевайте. Сотраджу тутлук, пелдар омаргат, солтат фландургард. Сотраджу тутлук, пелдар омаргат, солтат фландургард. Таргат гонат кол, волмаки ултат. Готен Когалмак. Таргат гонат кол, волмаки ултат. Готен Когалмак. Элмалфин сардут, джуткай нагалтау. Готен Когалмак. Ладно, за дело. Холодно, как в криокамере.
Говоришь так, будто ты там бывала. Будешь придираться к каждому слову или искать Фин-Фан-Фума и спасать галактику? Я за Фин-Фан-Фума. И спасение галактики. Если, конечно, Хеллбендер согласится. Эдди Хеллбендер согласится. Так, ну что, какашек Фума пока не видно. Нужно искать охотничьи метки Кататиан. Это свидетельство отваги тех, кто побывал здесь до нас. Под отвагой... Легенды о пламени с небес не лгали. Есть еще легенды об этом месте? Легенды о славной смерти. Но главное, что о славной. Еще слышит тоненькое поскуливание. Ясно. Осторожно! Тут все разваливается! Мы здесь не для того, чтобы погибнуть от льда и камней. Есть лишь один достойный способ умереть на Маклу 4. Повторить путь моих собратьев. Кто-нибудь, напомните Драксу, что мы здесь не смерти ищем. Никто не умрет. Мы схватим Фума живым и отвезем его леди Хеллбендер живым. И заручимся ее помощью, чтобы уничтожить флот церкви. Значит, наш план умереть в сражении с флотом? Возможно, но точно не раньше. Отлично! Вот и конец пути. Так, Дракс, направь-ка свой энтузиазм на этот камень. Я представлю, что это голова Фин-Фан-Фума! Класс! Дракс только что раздробил череп тому, кого мы ловим. Прощай, галактика. Вам нечего бояться. Говорят, его кости невозможно сломать. Видите? Бояться нечего. Грут хочет насладиться пейзажем. Не торопись. Вдруг это наш последний шанс чем-то насладиться. Думаете, Фум там? Из книжек в жанре фэнтези я запомнил, что драконы любят тусить в горных пещерах. Грут спрашивает, не было ли в книжках чего о ловле драконов. По-моему, там было что-то про работу в команде и доверие. Подробнее он не помнит, потому что не дочитал. Я прочитал кучу книг про драконов. Понятно? И в них всегда была гора. И добро всегда побеждало. А нас-то вряд ли кто-нибудь напишет. Кажется, впереди что-то есть. Смотрите, здесь были мои собратья. Кажется, мы видели их в памяти Дракса, когда Мантис нас соединила. Сколько ж тут было отважных Кататиан. Когда Танос разрушил Катат, мой народ остался ни с чем. Он лишился родины. Лишился надежды, и тогда многие отправились сюда. И сколько этих смельчаков вернулось? Ни один. Они все пали жертвами Фин-Фан-Фума? Не жертвами. Они искали последней битвы, искали славной смерти. Они отправлялись сюда в поисках смысла жизни? Хотели попасть в Ултат. Значит, ты все-таки слушал меня? На забвении. Конечно. Одни были предателями или преступниками, которых ждал только Сардут. Другие были больны или умирали. Но они добрались сюда и бросили вызов самым страшным чудищам галактики. Уважаю таких ребят. Скоро и они будут уважать нас. А кто-нибудь следит за небом? Да, там полно метеоритов. Дай знать, если смерть решит обрушиться сверху. А ты, если она крову... Так, народ, если не справимся даже с этой тварью, то нет смысла бросать вызов Фин-Фан-Фу. Хорошо сказано, Питер! Он похож на ходячую кучу прыщей. Тогда давай их вызовем. Мы подальше от воздуха, который он вдыхает. Наши удары не наносят видимого вреда. Сестрички толстячка и приятно достичь! Зелёный облак!
Сейчас отмени! Теперь очередь за Финфанфумом! Мне вот интересно, по шкале от 1 до 10, насколько фум больше, сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас сражаемся? 10 000! Так я и думал. Никто не обещал, что будет легко, Ракета. Это верно, верно! Но 10 000, Квилл! Драк же не умеет преувеличивать. Да, шансы на победу паршивые. Очень. Но на что еще надеяться галактики, если мы не победим? Именно. Мы видели, на что способна Церковь. И чтобы не ожидало нас на этой планете, мы обязаны поймать Фума и уговорить леди Хеллбендер нам помочь. Гамора, по-моему, с этой штуки я смогу осмотреть окрестности. Только поосторожнее, Питер. Ого, отсюда видно весь кратер. Может быть, Фум все-таки не сидит под горой, а разгуливает где-то там? Тебе виднее. Ну, если бы я был драконом, я бы точно пошел туда побродить. Легенды и впрямь гласят, что Финфанфум таится в крупнейшем кратере Маклу. Ну и отлично. Переберемся через край и попробуем туда спуститься. Хала, сохрани! О, здесь следы когтей. Это же следы Фума, да? Он даже больше, чем рассказывали. Да. Что ж, когда найдем его, не будем лезть ему под лапу. Да, я тоже думаю, что нужно перебраться на ту сторону. Отлично! Мы сделали первый шаг к тому, чтобы перебраться на ту сторону. А каким будет второй шаг? Еще не придумал. Береги! А второй шаг, похоже, это устроить камнепад. Кажется, я поняла, что он задумал. Да, всех нас уничтожит. Дракс, убери. Само собой. Куда передвинуть? Я могу расчистить его от обломков. Я брошу в них чем-нибудь. Насчет Квилла. Давай, ты добросишь. Из его мягкого тела выйдет плохое орудие разрушения. Ладно! Впервые вижу тебя в таком хорошем настроении. Да, ведь ты никогда не видел меня на великой охоте. А как же задание в карантинной зоне? Народ, это не просто охота на чудовище. Это легендарная охота. Нет, я о том, что мы здесь не ради чудовища. Ну, то есть и ради него тоже, но смысл не в этом. Поимка Фума — это не главное. Ой, да брось! Да, Церковь уничтожит галактику, если мы облажаемся. И что теперь, ходить с серьезными рожами? Ну, приготовьтесь. Впереди что-то есть. Что бы это ни было, оно нас заметило. Ну, супер. Очередная закуска Фума. Не стоит недооценивать то, что выживает на этой планете. Логично. Я знаю, что слишком редко говорю вам это, но я очень вас ценю. И мы тебя, Питер. А теперь меньше слов, больше дела. Интересно, Финфанфум дышит огнем или льдом? Другим. Покажи им, что ты можешь! Эй! Как же встретить с Финфанфумом? Помахали, что мы не скрываемся! Охота на Финфанфума продолжается! Так, а теперь давайте остановимся и подумаем. С каких пор мы этим занимаемся? Что, если мы не успеем?
Что если Рейкер закончит начатый ритуал? Ну тогда мы зря сюда прилетели. Вовсе нет. Если нашим последним свершением станет битва с Финфанфумом, это будет достойное свершение. На кой хвост мне это? Я предпочитаю выжить. Тогда будем надеяться, что успеем. Ладно, давайте придумаем, как здесь пройти. Смотрите, впереди опять зловещие горы. Не нравится мне на этой планете. Я все жду, что Фум цапнет нас за задницей. Финфанфум — легендарное существо. Легендарные существа не цапают за задницей. Возможно. А вот умные цапают. Эй, Гамора! Неа! Что это за прямоугольники? Монолиты. Ладно, что это за монолиты? Возможно, это направляющие, которые укажут путь к Финфанфуму. Мять! Чуть не задело. Говорят, Финфанфу нарочно ведет возможных противников по самым опасным местам планеты. Точно, эти легенды брешут не хуже, чем про леди Хеллбента. Умный ход за характера! А у меня идея. Может, заманим Фуму в такую газовую пещерку, чтобы он вырубился? Это трудно. Я хочу прославиться убийцей. Последний раз повторяю, Драк. Мы не будем убивать Финфанфума. Мы его поймаем и отдадим леди Хеллбендер в надежде, что она нас простит и поможет в бою против церкви. Очень сложный план. Секундочку. Ракета, ты что, зашел в воду по шею? Мы же собираемся завалить легендарного дракона. На кону судьба всей галактики. Я не собираюсь быть обузой. Ого. Это поразительно. Ты поборол свой страх. Есть вещи поважнее страхов. Ты прямо создан для этой работы, Дракс. Ну, в переносном смысле. Слушайте, а может вместо Фума леди Хелл согласится приютить не из этих? Это вряд ли! Как я иду? А что ты будут слагать легенды о нашем возрождении? Скажем им, что эти твари были в два раза больше! Интересно, на их эволюцию как-нибудь повлияло бы стан? Спасибо, Грут. Все правильно сделал. Сатраджу тут лук! Сатраджу тут лук! Элдар Омаргард! Солтат Фландургард! Сатраджу тут лук, Элдарк Омаргад, Солтат Фла... Это точно оружие в стиле Дракса. Ты толкаешь? Я смотрю. Я с радостью помогу. Таргат гон от кол, волмаки утат. Класс! Фуму не спастись. Он будет крепче этого булыжника, Питер Квилл. Я знаю. Я пытаюсь быть оптимистом. Зачем? Может, укрепляет командный дух? Его не нужно укреплять. Наш... Ребят, на кону сейчас слишком многое. Если... Глазах!
острые! Очень острые! Это ничто по сравнению с легендарными зубами и когтями Финфанфума! Знаешь, я буду очень разочарована, если он не оправдает ожиданий. Выживем, увидим. Питер, смотри! Впереди дым! Думаешь, Фум? Скорее, это люди. Класс, может, подскажут, где он? Или нападут на нас. Я могу проникнуть в лагерь и поискать слабое звено. Найду того, кто там главный, и пущу ему кровь у всех на глазах. Это шокирует остальных и, возможно, заставит сдаться. Потом мы их перережем. Я ценю твою кровожадность. Но помни, что нас окружают не только враги. Может, там живут местные. Думать так опасно, особенно сейчас, когда все зависит от нашего успеха. Знаю. И мы непременно надерем Рейкеру зад и вернем Ники. Но после этого стоит научиться жить нормальной жизнью. Я уже ею живу, Питер. Поверь, убийца сейчас нужней. Ты дождись настоящих злодеев. Убавь кровожадность, ну, до семерочки, а? До девяточки. Пошли. Фин Сардут, жуткой на Галтау. Фум! Это Фум! Или... Пролетай, это пролетай! Мять его камень! Мять! Ага, с нас дурнее некуда! Погнали! Нравится мне! Головокружительно! Это было круто! И очень-очень страшно. Ищем Финфанфума, не видел? Большокрылый, клыкастый. Лиловые шорты. В смысле лиловые шорты? Я слышал, он в лиловых шортах. Старые легенды гласят нам об этом. Съел? О, да. Это я понимаю. Покажи, на что способен. Сейчас. Это тоже расплавь. И вон ту. Откуда ты знал, что пушки сработают? Они уже трижды нас спасали. Откуда ты знал, что они расплавят стену? Так я не знал. То есть с тем же успехом мы могли умереть? Да. Я тебе так завидую, Квин! И не зря. Не могу подпрыгнуть. Похоже на волшебную грязь, которую я делал в детстве. Отойдите, смертные, и дайте пловинатору совсем разобраться.
Отвратительный псевдоним. Да? Есть варианты? Питер Жаркий Ствол. Нет! Капитан Огненный Шар. Это не Огненный Шар. Скорее, Горячий Шарик. Капитан Горячие Шары. Нет, нет. Почему тебе вечно достаются лучшие игрушки? Что? А как же твоя странная пушка, которая выворачивает всех наизнанку? А, да. Выкрутас. Нужно будет его починить. Подними игру. Вон там. Друзья, удача сегодня на нашей стороне. Деньги его. В рот мне хвост. Может, это его имя? Вдруг он хочет пообщаться? Даже не думай. Виндиго! Видите? Он просто хотел... Ладно. Теперь мы знаем, что они нас окружили. Гляньте, какие тут деревья. Только лучше издалека. Грот говорит... Пщется! Грот говорит, у этой штуки едкие споры. Держись подальше. Удивительно, что леди Хеллбендер не переселилась сюда, раз тут столько разлигали. Тут слишком холодно для леди Черри. Гори, сволочь, гори! Ха-ха, неплохо. Вот это мне никогда не надоест. Я думал, Фум ощутит наше прикрытие и ринется нам навстречу. Грот говорит, они это заслуживают. Смотрите в оба. Я чую ловушку. У тебя очень острое обоняние. Я ничего не чую. Эти штуки выросли в ледяном аду. Вряд ли ты сможешь их перестрелять. Согласен, мы заслужили отпуск. Желательно на нормальной планете, где никто не пытается нас убить. Здорово, Питер. Ну, хватит. Ты уже просто жжешь траву. Удивительная скорость для таких тварей! И активные ботинки не отдам!
выйдет роскошное одеяние! Главный бой разогревает кровь! Понятия не имею, почему ты все еще без рубашки! Надоело играть с этими мартышками. Вендиго! Мы реально будем их так называть? Но они же все время орут Вендиго. Вот. Похоже, они еще вернутся. Говорят, Финн Фан Фум противник за гранью всякого воображения. Может, Хеллбендер захочет пополнить свою армию этими Вендиго? Если они не затаились... Крилл, хватит ждать, что он там бумажит! Беги! Ну что, Квин? Они все еще просто хотят пообщаться! Осторожно! Что, заманили нас в загон? Скорее на обеденный стол! Давайте постараемся не стать блюдом от шефа. Слушайтесь! Есть немного этих подхвостов, когда разбили! В открытом бою куда больше части! Я бы ей морду! У меня еще плюс один! Я нашей охоте в запретной зоне. Хотел сказать, в карантинной зоне. Да! Еще! Только ты умеешь как-то спасаться работой, Драк.
разберись со своей судьбой! Нам нужна передышка, Крон! Мы можем побыстрее их убивать! Скажи, Дарин! Пожалуйста, благодаришь! Тебе! Что бы я без тебя делал, ракета? Надеюсь, мы раздавили хоть немного этих послосов, когда разбили! Жаль, что не всех смогли! Как будто вся планета вышла! Орви их, Тигр! Жду подходящего момента! Время вышло! Ну что, надеем задницу! Бежим, Крут! Твоя великая сила не используется! Никакой пощады! Теперь они должны отвязаться. Или отомстить. Это то, что мы приняли за лагерь? Не, эти руины тут 1000 лет. Смотрите, дым поднимается с другой стороны. Мы уже близко, но придется лезть наверх. Я есть Крут? Да ладно тебе. На этой планете полно более опасных штук. Ладно, Крут, подбрось меня. Примерно настолько. Настолько не мера измерения. Грут поймет и так. Говорят, Пин-Пан-Пун противник за гранью всякого соображения. Ладно, приготовьтесь. Сейчас я скину вам кое-что. Как думаете, может, эти твари прятались в корабле? Пофиг, они сдохли. Я в норме, просто шкура зудит. Наверное, аллергия на лед. Или опять вши. Эй, где мех, там и вши. Могу побриться налысо, если вам полегчает. Только не это. К тому же в этой вмятской холодине они, небось, все перемерзли. Помогите-ка мне. Нужно приготовиться. Мы не знаем, откуда идет этот дым. Возможно, там враги. Может, там просто развели костерок? И разливают сакаарианское пойло. Скорее всего, там нас попытаются убить. Потому что на этой планете все хочет нас убить. Вдохновляешь. Но я не боюсь. Мы пережили метеориты, ядовитых прыщикошек и мерзких снежных людей. Бендиго. Точно. И мы выдержали. Наша команда справится с чем угодно. Включая Фин-Фан-Фума. Да, справится. Но убивать не станет. Что бы это ни было... Пахнет оно... Трупами. Пахнет трупами. Ого. Это сделал Фум? Несомненно. Смотрите, кажется, кто-то выжил. Кто здесь? Нет головы. У нее нет головы. Я думаю, этот отвратительный ком щупалец – ее голова. И она вас прекрасно слышит. Ты здесь одна? Как видно, уже нет. Что вам надо, мясные мешки? Мы пришли за Фумом. Беру свои слова назад. Да, я здесь одна. Скоро буду. Значит, ты знаешь, где его искать? Ага. Он переваривает моих людей на своем насесте. Это такой огромный ледяной обелиск, торчащий из ледяного моря на дне кратера. Не волнуйся, мы разберемся с Пумом. Не сомневаюсь, Зимнюк. Только когда будешь от него спасаться, не беги сюда. Я еще не все вещички собрала. Ты справишься? Тебе какое дело, Зимнюк? Я вернусь на контраксию и буду зализывать раны. Знаешь, это не лучший план. На контраксии сейчас не очень безопасно. Когда было иначе?
Я серьезно. Может, тебе пойти с нами? Принять помощь незнакомца? Но сегодня с меня хватит унижений. Я о себе позабочусь. Ладно. Но если услышишь что-то про обещание или матриарха, держись подальше. Буду иметь в виду. Жаль твоих людей. Зато мертвецам платить не нужно. Кстати, о деньгах. Ты же дочь безумного титана. И что? Расслабься. Мне не нужны проблемы. Хотя раньше я бы сдала тебя ради награды. Раньше я бы прикончила тебя за это. Ха, ну да. Похоже, сейчас у нас обеих есть дела поважнее. Похоже. Будем считать, нам разрешили. Да им все равно. Будем надеяться, нам повезет больше, чем им. Эй, мертвяки! Вы не против, если я заберу ваше барахло? Нет? Спасибочки! Большая ледяная хрень в ледяном море, да? Есть, Грут. Точно, приятель. Спускаться придется долго. Метка охотников? Неясно, чья. Она явно принадлежала одному из погибших. Видимо, установить ее не успели. Я возьму ее, чтобы увековечить нашу отвагу. Она станет символом нашей величайшей победы или славной гибели. Фум, конечно, опасен, но он ничто по сравнению с тем, что ждет нас дальше. Значит, символом второй по величию победы. Празднуем победы по одной. Ладно, народ, пошли ловить дракона. Да, нам предначертана великая слава. Ты чего так радуешься? Забыл, как Фум разнес тот лагерь в щепки? Нас не разнесет. Точно, мы все преодолеем. Хоть горы, хоть пропасти. Причем на этой планете буквально. Я слишком стар для этого. А сколько тебе? Достаточно. Не скажешь? Такой старый? Нет, такой молодой. Вау! Берегитесь! На льду наша скорость увеличивается. Тут я и умру! Да ладно! Если не думать о том, насколько это опасно, это ужасно весело! Верно! Встретим свою смерть с улыбкой! Да! Ну, спуститься удалось довольно быстро. Даже не хочу думать, как мы будем подниматься назад. Или как будем тащить наверх Фума. Мысли оптимистичны. Мы можем умереть. Да в чем вопрос? Полетим на драконе! Полетим! На... Пятилетний я сейчас вам завидовался! Ты что, считаешь, что Фум подъедет после того, как мы надерем ему зад? Это все пустые детали. Прикинь, мы станем наездниками на драконах. Обалденно же! Надо будет подлатать Милана. Он в порядке. После Секнарфа я сделал днище квилостойки. А то у него талант все ломать. О, не думал, что может стать еще холоднее. Да уж, в такие моменты я рад, что установил на Милана подогрев сидений. Смотрите, впереди ледяной обелиск.
Наверное, это оно. Ледяное море. Отличное место. Здесь мы и бросим вызов великому зверю. Финфанфум! Выходи и прими свою смерть! Ты что делаешь? Мы лишимся преимущества, если он узнает, что мы здесь. А еще мы не должны его убивать, помнишь? Кричите вместе со мной! Продемонстрируем свою храбрость! Финфанфум! Твоя смерть близка! Нет, не его! Торквилл, давай! Финфанфум! Пора стремнуть! Я не сгру! Ракета, твоя очередь! Он что, назвал меня по имени? Ракета! Финфанфум! Мы так опопулируем твой змятский зад! Слышишь? Он тебя слышит! Ты чешуйчатый дырохвост! Кусок умяцкого статургенского шрапмяса! Тебя нас не напугать! Приятно, правда? Вмять! Да! Еще как! А теперь раздеваемся! Не, обойдемся. Дракс, еще байки о Фуме напоследок. Говорят, у великого зверя лишь одна слабость. Ты это говоришь только сейчас? Говорят, Финфанфум без помощи зверя. Сюда. Будьте готовы ко всему. Это физически невозможно. Грут. Грута тревожит лед. Раз выдерживает Фума, выдержит и нас. Говорят, у Маклу 4 ледяное ядро. Под поверхностью находятся все новые и новые слои льда. Может, спугнули? Не может быть. Фум рожден без трепета. С чего ты взял? В хладном сердце гаснущей звезды. Гаснущей не хладное. А это была? Его логово там? Сейчас узнаем. Ты говорил, у него лиловые шорты! Он может
перед битвой. Он такой один, признаю. Не похоже, чтобы его мнение о нас лучше. Остался один! Чтобы драться. Мне просто нравится взрывать этих срывомордов. Ну да, я понял. Сражаетесь с ними, и у вас кровь закипает. О, да. Но если слишком увлечетесь, то сердце лопнет, и мы проиграем. Придерживайтесь плана, и мы их размажем. Кто со мной? Сегодня имя мне разрушите! Я не скрою! Ракета! Взрывай! Теперь нас! Так, что разрушать! Надо было продать его, вот как я изначально и предлагал. Ладно, Драк, в следующий раз ты выбираешь дело. Смотрите, не угорите! Получай! Достаточно сил вкладывать в сражение. Ты ведь полную силу! Отступ!
не остается мне! Кажется, он бесится все сильнее, так что прогресс есть! Твой выход, Рай! Ты сгинешь в муках! Надеюсь, это помирит нас с Хеллбендом! Хорошо бы! Нам нужны ее услуги! Ты обещала выслушать его. Слово дала. Вилла, надеюсь, здесь ты как раз красноречив. Мы сплоховали. Провели тебя, обчистили, убили твое дитя. Что сделано, того не воротишь. Но мы загладим вину. Квилл? Вы убили владыку драконов Кокарандора! Неожиданно. Да.
конце концов, судьба свела нас с тобой, лорд Фум. Последняя жатва началась. В космосе крики мертвых миров. Надо идти. Срочно. Но кто-то же должен дать отпор церкви. Мы просим, помоги. Ты платишь долг и влезаешь в новый? Нет, хотя я знаю, ты... Довольно. Я соберу свое войско. Хорошо, идем.